Йоу, what's up, homies, добро пожаловать на выпуск NBA 2K22 «Карьера игрока». Мы возвращаемся. Мы сегодня доигрываем, наконец-то, колледж. Нам обязательно надо уже закончить колледж, потому что мы тут и так надолго мы задержали. У нас драфт projection, у нас уже первый раунд. Мы 80% в Индиане Пейсерс, 81% в ГСВ, но мы туда не пойдем. Поэтому все у нас возможно. Мы сегодня играем против Мичиган Спартанс. Закончил против Сиракьюза игру, которая у меня дисконнектнула в прошлый раз. Поэтому мы через это снова не пройдем. Это с my boys, в смысле из Оклахомы Сунерс. А вы знаете, почему я выбрал Оклахому Сунерс? Потому что, just like Oklahoma, mine is coming sooner. I didn't peak in high school, but I'm still out here getting cuter. Окей, бьет. Мы погнали, Оклахома Сунерс против Мичиган Спартанс. Я готов, 89 номер Стефа Бронислава, но мы поменяем номер. Или можем оставить 89-й. Решение за вами, напишите мне в комментариях, оставить ли мне 89-й для своего. Да, 80, ну блин, не знаю, потому что на этой форме 89-й да, очень даже секси сидит. О, но! Что это за гоблин? Это Шрек. Изи. Изи! Я уже более-менее похавал, как можно ловить AI. Но я учусь дриблить. И потому что в этом году я первый год, когда я буду... О, плотина, иди сюда! Смотри, смотри, с тобой. Три. Перфект! Эй! 20% кавер, то ничего страшного. Но пока мы в колледже, конечно же, будем легко поводать трехи. Я еще не решил, пойдем ли мы в G-лигу или нет. Если честно, мне не очень хочется... Эй, наш мяч. Если честно, мне не очень хочется идти в G-лигу. Сейчас я сделаю себе тейковер локдауна. И ховайтесь. Одни перехваты будут налево-направо. Я вам отвечаю. Мать моя женщина, это же такой ужас был. Ху-ху! And one! Поймал его нормально. Сейчас после этих штрафных у меня будет дабл-тейк. Yes, sir! Double take. Погнали. Опа. Вот это не щит. Hey! Hello, my friend. Карм! Yes, sir! Сломал его чуть-чуть. Fuck. Oh, yeah. Oh, yes, sir. Yes, sirski. Boo! Мне нравятся эти флеши-данки. И таймить их... Уху-ху! И таймить их нормально можно. И эффектность большая. Но он меня пока только реверсы херячит, что, в принципе, немножко обидно. Да, блядь, пасы херовые. Видно, что 50 пас. Спасибо. Я прокрался. 26 и 6 перехватов. У меня по 6 перехватов, чувствую, будет каждую игру. Но, конечно, не знаю, что как будет в NBA. Но если у меня будет такой мощнявый тейк... локдауна. Тогда это будет локдаун пожестче, чем коронавирус. Мобой, ассист, спасибо. Мне надо тиммейт грейд набивать тоже. Плюс 12. 5 очков. Мы, короче, можем трипл-даблы с перехватами. Короче, квадрупл-даблы в этом году будет идти, мне кажется, на уране. Нет, парни? Я думаю, Defensive Player of the Year в этом году будет. Мы в 2K19 Defensive Player of the Year выигрывали. Ну там, потому что наш игрок делал по 50 перехватов за игру. Там можно, там был способ фармить, но без того способа фармить было тяжело на Hall of Fame играть, поэтому тут как бы палка в двух концах. Еще одна блочина. Три блока, 7 перехватов, 5 подборов, 6 ассистов, 33 очка. Назовите мне еще более доминантного игрока. Я просто Майкл Джордан! Я как Майкл Джордан в 92-м. Наконец-то я игру соплю закончился, неужели? И у меня еще бронзовый постерайзер, так что... По-моему, мне до серебра нужно прокачать постерайзер. Потому что данк у меня только 84. Я сделал его для минимума, для проконтакта. Не хотел перебирать, потому что если бы я перебрал там, где-то какой-то в одной среде, пришлось бы жертвовать, например, трехой или защитой. А я этого делать не хотел. Нереальная игра от Стефа Леброныча. Потому что The GOAT! Надо было его так и назвать. The GOAT. А ты мне что-то скажешь? При всем уважении к сценам, они много кринж. Поэтому я особо их и не показывал. Потому что в них смысла особо нет. Эти все квесты интересные, поэтому мы их выполняем. Но диалог в этих квестах, это... Ну, такое. А, так, Draft Projection, топ-5 теперь.
Фак. Мы сильно высоко будем. Мы будем топ-3, 100%. Что-то чувствуем, пойдем в... Отвечаю, у меня такое чувство, что мы в Хьюстон пойдем. Texas Tech, кто вы такие? Я знаю, кто вы такие. Лохи, потому что вы будете номер 2 в этом году. Вот этот Стрейхэм опасный тип, потому что у него звездочка под ним. И он уже изоляцию играет, смотрите. Он уже играет изоляцию против нашего типа. Домой иди. Смотри, какой мощный. Смотри, какой мощный. На всех подборах. Смотри, какой мощный на всех подборах. Фак, на мне фол. Этот тип никакой в защите, отвечаю. Фол. Мы сейчас его на фолы еще посадим. И он присядет на лавку и пойдет гулять к мамочке. Фак, 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 фак. Я там. Не-не-не-не-не-не-не-не. Не-н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 е. Смотри, мобой, 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 мобой. Мобой, блядь, я... Ух, ух, тебе жопа, сейчас ты сядешь на лавку. What the fuck, я был открыт все это время. В смысле, Лив Ассаймент? Я, блин, подборы пытался забрать, потому что никто больше через... Никто больше подборы не берет. У, N1! Я стал быстрее, походу, я не знаю, что случилось. Но я что-то... Я херячу, что дикий. Потому что раньше движения не работали, может быть, из-за того, что баджи уже начинают приходить. Поэтому у меня уже начинают дриблинг уходить лучше. Смотри, да что. У, нихера себе. Блочина, камон. Винсент, я тебя вижу, брат. Ты бросишь? Винсент, там... Винсент, мать твою. На тебя так тогда, Винсент. Винсент никакой, даже забить не может. Ты открыт был. Как они успели на тебя свалить? Сюда. Эй, блок! Бля, я только что мяч. Эй, еще один! Йоу! Андервуд херячит, Винсент. А теперь ты решил бросить. Попал! Окей, Винсент. Еще один блок, йоу, я херачу, я в защите вообще бог. Обожаю этого игрока. В защите просто так херячит. Без баджиков по... Без баджиков сломал, даже тейковер не был включен. Смотри, смотри. Тейковер, let's go. Окей, не почудил. Зато ассист. Hell yeah, bro! Если ты открыт, тогда это ассист. Yeah, very nice! 23, 5 и 5. По-моему, у меня 2 или 3 блока. Короче, статистику мы набиваем этим игроком вообще нереально. Мне нравится. И защите вообще бог. То, что я прокачал ему силу, я могу теперь поинт-гардов вообще тупо пихать, как и будто бы они мои сучки. Камон, 5 минут до того, как мы чемпионы. Камон, бойс. Камон, бойс! Не-не-не-не, такое не зайдет. Такое не зайдет, подбор за мной. На трипл-дабл идем? Я думаю, мы идем на трипл-дабл. Винсент. Смотри, смотри, защита. Защита топ. Вообще просто. Хаваю всех в защите. Что ты сделаешь? Домой иди. Подбор номер 9, он холодный. Ой, пас какой! Просто! Да ну ёпта! Остается минута 20 до конца нашего сезона в колледже. Very nice. Мы можем уже идти в NBA. Я думаю, мы пойдем сразу в NBA, хомис. Я не хочу особо в G-лиге мучиться. G-лига, конечно, хорошо, но не для меня, брат. Это дичь не для меня. Так, 10 подборов. Very nice. Мобой. Я протупил! Ай, почти успел. Фак. Ай, первая потеря, прикинь. В самом конце. Окей, алиюп. Алиюп, мобой. Алиюп, мобой. Хотя бы А+ оставим тогда. А то херли. Хотя бы оставим А+, уже ладно. 9 ассистов, не будет у нас трипл-дабла, но что поделаешь. Фак. Ну ладно, что есть, то есть. Что ты хочешь от меня, Норрис? Чемпионы! Мы чемпионы NCAA. You can suck my pee-pee. Мы их разнесли. Этот билд ощущается просто нереально. Ну, это может из-за того, что мы его прокачали. Но все равно, по ощущениям, этот билд играется вообще очень круто. Я рад, что я сделал этот билд. Defense wins championships. Money. Oh, man, look, I knew you was the Moosha, but I think you were telling me this soon. Rick, I'm heartbroken, bro. Oh, man, Peter, I'm that
come up with that? Look, you're killing me, champion! Champion!